меня в руках полно работы. Чёртовы ублюдки! Понаехали голодранцы из-за моря. Думают, что им все можно. Ведьмак, помоги! Жалься! Что стряслось? Островитяне за скеллиги заняли романушку Катарину. Как это заняли? Побили корчмаря, выгнали девушек, бьются вчерашнего дня. Вроде бы добычу какую-то захватили и обмывают. Ну да, они же островитяне. Зато ты, господин, на порядочного похож. Помоги, прогони этих висельников. Много у нас нет, но мы все скинемся. Ну ладно, посмотрю, что можно сделать. Правда? Значит, есть еще на свете добрые люди. Очень жаль, приятель, но придется себе поискать другое место. Сегодня это заведение – часть скеллиги. А мне кажется, что мы в Новиграде, а в Новиграде соблюдают новиградские законы, которые вы как раз нарушаете. Это как это? Нам что, выпить спокойно нельзя? Развлечься? Иди отсюда, мужик, а то сейчас на себе почувствуешь, что такое гнев воина скеллиги. Позови друзей и уходи отсюда. Только вежливо. Да. Ребята, выходим. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Что стряслось? Какие-то проблемы, дружище? Кончай дурака, Валя! Спасибо, спасибо за помощь. Одни мы бы с ними не справились. Мы не богатые, но, надеюсь, этого хватит. Хватит. Прощай. Тыщи, моя старая супруга. Живем в материальном мире. Это все слова. Само твое присутствие оскорбляет вечно. Глазище у тебя змеиное, Таис. Люди, пожалейте. Страдаю от бедности.
О! Куда? Здравствуй, да здравствуй. А я всего честь от Эй, привет! Мое почтение! А, я тебя помню. Что принести? Сыграем? Почему? Согласен. Сыграю на твой. Проигрывать. Но это не значит, что не умею. Карты и награда твои. Ты игрок бывалый, знаешь, наверное, где найти редкие карты? В Новиграде у корчмаря Оливера поспрашивай.
Он сам поигрывает, хотя до меня ему далеко. А вот шинкарь из корчмы на распутье в Велине посильнее него будет. Родовит король строгий, но справедлив. Держись от меня подальше. О! Сволочь! Гардский кесарь, пусть меня в жопу поцелует. Валера, где поставщики? Вроде как на Виграде мы, а ночью так и вы. Разбойники завелись. Хуже. Чудовище. И не нахер какой-нибудь, а тварюга неведомая, которая телегу может вместе с конем в небеса унести. Доброго вам дня. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Кто знает, что за душегуб людей убивает. Честь и отчизна. Проверенный метод изгнания ведьмы.
Шевелись, плотва. А ты слышал, что у Адриана... Годи, плотва. А вот так. Стоит бараной пройтись, все глиняные черепки. А чудные какие? Все с узорами. Ну и что, Адриан? Золотые монеты межборос напихал. Говорит, по осени вырастут у него из этого дела кольца и сережки. Ну, пошло. Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Понимаю. А за тобой, надо думать, грибники лагерем стали? Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Теперь я войду в лагерь. Да. А ты пойдешь искать туканов. Уже иду. Чего тебе, Седой? Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Геральт из Ривии, живой и здоровый. Верно, Нараше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скаэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт. Бить черных. Вступил во вторую тимерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон.
Мы и держали. 3 дня. А потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Но? Но Родовид оказался ничем не лучше Имгыра. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Так что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Оксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть черным! Меня достал, Седой. А правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Как все это кончится? Думаю, бордель открыть. Вот зиме. Ты мне скажи. Такой солидный, чтоб на стенах ковры висели и вонючие свечки повсюду. Будешь участвовать. А что вкладывать? Вкладывать свое. Или чужое. В зависимости от пола. Вот ведь, сука! Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть черным! Вот ведь, сука! А правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Не торопись. А ты слышал, что у Адриана земля горшки родит? Он немного на капрала Хериберт смахивает. Крутой выезд. Такими зубищами он на кольчугу пробьется. А может даже панцирь не вгасит.
Интересный у вас Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бестии не увидишь. Они только в далекой Зерикании родятся. Из яиц петухом высиженных. Из яиц петуха, говоришь? А как же? Такого петуха, который на вроде квочки другому петуху дупло подставляет. А яйца, которые такой петух отложит, должен потом 101 ядовитый гад высидеть. И тогда из них Василиск вылупляется. Интересно, этот Василиск выглядит совсем как виверна. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый, что ни на есть, настоящий. Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак. Эй, эй! Ежели это не Василиск, а виверна какая-то, за что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные войны, не напирайся так, а то... О, берегись! Да здравствуй, да здравствуй! Эй, ты! Это не только Василиск был фальшивый, но и клетка. И конец тебе! Иди, откуда пришел! Человек, с которым мы должны встретиться, уже, наверное, ждет. Такие, как ты, только болит. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Пойдем. Что-то здесь не то. Посмотрим. Шах и мат. Говорят, что это королевская игра, что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? За компанию? Королю не интересна никакая компания. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Да, король.
Да что ты там понимаешь? Ты так говоришь, чтобы подлизаться. Я же образно говорю. Первая скрытая истина. Король всегда окружен дураками. Понимаешь? Нет, все еще не понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я думал, мы идем на встречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Ридании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все, идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь. Я все расскажу. Хорошо, Роша, я подумаю. До встречи. В вечном огне сгорят наши грехи. Проклятая сила. Тьфу. Слава королю Радовиду! Иди, откуда пришел? Девки-то входят, они выходят. Умеет шеф веселиться. Они там у него как свиньи резаные верещат. Я бы и сам так позабавился. А то ж. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Надо уведомить младшего, что кто-то про него разнюхивает.
Я по поводу новых девушек для ублюдка. Я тебя тут раньше не видел. Знаешь его? Не. У тебя слабая память, я здесь уже бывал. Вот наглый сукин сын. Бывали уже такие. Прут себе в наглую. Сейчас я тебе покажу, что мы с ними сделали. Ну-ка, дай-ка ему! Больше похоже на берлогу нищего, чем на дом маркграфа. Интересные у Лютика друзья. Следы ног. Серебряный цилиндр, такой же, как в каналах. Серебряный цилиндр, такой же, как в каналах. Какое-то письмо и бутылка. Вино года твоего рождения и отличный, неожиданный букет непременно попробуй. Только, пожалуйста, положи потом бутылку на место. Год твоего рождения. Может, это про Лютика или про Цири? Годы 1245-1254. Какой-то щелчок. Кажется, в соседней комнате.
тайная комната. Наверное, здесь Лютик и остальные готовили налет. Инструкция по сборке бомбы, написанная неким Калькштейном. Масло виверны. Цири, за мной следит Менге. Это он перехватил сокровища. Лютик у него. Беги. Шаги. Нехорошо. Сахар. И какие-то комочки в масле виверны. Калий? Похоже, бомбу собрали тут. Ожидал тебя здесь увидеть. Особенно в обществе Трис. Я решил, что нам нужен кто-то, кто понимает в магии. Очень мне любопытно, что это за руны на бомбе. Тебе это также любопытно, Трис? Нет. Но мне заплатили. Обожаю, когда ты пытаешься изображать циничную материалистку. На самом деле Трис здесь за идею. Ей нужно золото, чтобы спасать собратьев. А я смогу ей помочь, если верну казну. Кстати, или как говорят в Боклере, апропо, ты не узнал, кто попер мое золото? Постой. Сначала скажи, зачем пришел. Мы договаривались, что если я что-то найду, то сам к тебе вернусь. Вроде так, но я беспокоился о тебе и зашел посмотреть, все ли в порядке. Сердечно благодарю. Теперь можешь спать спокойно и запомни на будущее. Я умею о себе позаботиться. Ты заботишься о себе, а я о себе. Господа, я польщена, что мне довелось увидеть эту словесную дуэль. Только помните, что в отличие от вас, я, выходя в город, рискую жизнью. Поэтому очень вас прошу, давайте к делу. Ты напрасно беспокоил Трис. Бомба нас больше не интересует. Потому что? Потому что я знаю, кто наложил лапу на твою казну. Начальник храмовой стражи, некто Калиб Менге. Вот, пожалуйста, Меригольд. Не только заработаешь, но и отомстишь. Геральт, ты не будешь столь любезен рассказать, как ты это узнал? Умираю от любопытства. Хенкель мне рассказал. Старикан неплохо себя чувствует. Он просто инсценировал смерть, чтобы сбежать от кредиторов. Интересно. Я не знал, что у него были долги. Были. А Менге обещал, что покроет их в обмен на помощь при ограблении, так что... Геральт, ты... Как бы это помягче сказать? Пиздишь. Если ты решил, что я поведусь на эту неизвестно откуда взявшуюся байку, ты меня плохо знаешь. Я же знаю, что тебя интересует только результат. Да, я соврал. Но к казне я тебя приведу. Прости, Геральт. Но после номера, который ты только что отколол, я скорее поверю шлюхе, которая признается мне в любви. А чародейке, которой выгодно, чтобы ты вернул свои деньги? Возможно. Хотя я бы все-таки предпочел шлюху. Ты что-то от меня скрываешь. А я это ненавижу. Больше, чем Нильфгард. Но в конце концов мы работаем вместе по расчету, а не по любви. Кроме того, в твоем вранье должна быть хоть доля правды.
Менге последнее время швырялся деньгами, хотя, по моим сведениям, у него не должно быть ни медика. И что теперь? Как я слышал, Менге по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдуний, в доках. Загляните к нему и спросите, что он соизволил сделать с моим золотом. Ага, значит, мы делаем всю грязную работу, а ты сидишь сложа руки. Дорогой мой, если я могу кого-то использовать, я так и делаю. Очень удобно. И безопасно. Давай, признайся, ты же боишься Менге. Разумеется, я его боюсь. Он очень опасный сукин сын. Полагаю, Трис со мной согласится. Я бы сформулировала это иначе. Но с общей мыслью я согласна. Сомневаюсь, что Менге по своей воле нам что-нибудь расскажет. Я тоже. Поэтому я и нанял ведьмака и чародейку, которых столь многое объединяет. И как это связано с делом? Влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь. Что мне и нужно. Я имею в виду, у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми. И с моей казной. Иными словами, ты нами играешь. Играю? Что вы? Я просто направляю объединяющее вас чувство. Ну, голубки, мне пора. Удачи! Я думала, ты возразишь, что мы... Ты понял. Ты сама могла бы возразить. Да. Но это так тяжело выговорить. Правда? Ну, мы отошли от темы. Нам надо вернуть казну. Трис, я должен тебе кое-что сказать. В этой истории золото Дикстера интересует меня меньше всего. Я так и думала. Дело ведь в Цири. Да. Менге где-то держит Лютика. А Лютик с ней виделся. Это все меняет. Слушай. Встретимся на рассвете у часовни Вечного Огня, на восток от порта. Подумаем вместе, как попасть в казармы охотников. Идет. До свидания. И спасибо тебе. Не откладывай золото в банку сегодня! Ну да. О. Нет. А сука, сам не знаю. Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот, внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай. Если ты приведешь охотникам подлую Трис Меригольд, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено. Это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Трис, подумай. Ты правда хочешь по собственной воле идти в логово льва? И к тому же скованный? Да. Я не могу тебе этого позволить.
Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Ну хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего. Придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый бы... Нет, не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо, а если нет? Я думал, тебе нужны деньги Дикстера, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Мне все это по-прежнему не нравится, но что ж поделаешь. Пойдем. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да, хорошо. Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. От Тирас. Трис Меригольд. Ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопят самые большие, а рыбака за ляжки покусают. А они убивают королей, плетут заговоры, вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Меригольд. Раз и навсегда. В подвал ее! Полегче, я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхард. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она? Не говори с ней так. А почему? Это же шлюха, так или нет? Может и так, но это моя шлюха. Я не позволю ее обижать. Ладно, ну ее. Расскажи о Филиппе. Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Меригольд. Добро. Бери ее и иди за мной. Да никуда не отходи.
многое можно узнать, если есть в руках кусачки или раскаленные щипцы. Здесь мы разойдемся. Ты пойдешь к Менге, а Меригольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Дирк, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Гордая, да? Ну погоди. Вырву тебе ногти, так запоешь по-другому. Как хотите. Пойдем, ведьма. Покажу тебе, какие чары-мары можно навести обычными клещами. Я сказал никого не впускать. Если только нет сведений о Филиппе Эйхард. А ведьмак говорит, что есть. Каждый может так сказать. Начнем с указательного. Лучше с безымянного. Сорока ворона кашку варила. Но не каждый приводит нам Трис Меригольд. Да, я уже слышу. Сейчас я к ней подойду. Но сперва поговори. Садись. Выпей, ведьма. За что? Трис Меригольд схвачена. За это следует поднять тост. Ты не находишь? Цидарийская. Урожай 1261 года. Год резни в Цинтре. Не вырывайся! Сорока ворона деток кормила! Пусти! Курт, посмотри, почему госпожа Меригольд так кричит. Может, ей чего-то не хватает? Горячего железа, например. Раз уж мы заговорили о металлах, кубок из серебра. Я так понимаю, ты хотел проверить, не доплер ли я? Сразу видно, что имеешь дело с профессионалом. Осторожность никогда не помешает. Ты бы удивился, сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное. Я ношу на спине серебряный меч. Это ничего не доказывает. Доплеры могут превращать свое тело в материал, который напоминает серебро на вид и на ощупь. Но это не серебро. Вижу, в вопросе доплеров ты эксперт. Уж кто-кто, а ведьмак должен понимать, что надо знать своего врага. Этому дала... Этому дала. Ну, перейдем к делу. За Меригольд я выплачу тебе двойную награду. Чем обязан такой щедрости? Но ведь ты отдаешь мне свою любовницу. Тебе полагается доплата за моральный ущерб. Я вижу, ты хорошо информирован. Тогда ты должен знать, что Трис предала меня первой. Она играла мной по поручению ложи. И теперь получила по заслугам. Нет! Хватит! Я не
Крепись, девочка моя. Это последний палец, и мы возьмемся за вторую руку. Это мудала. Укусила меня, сука. Тогда мы наденем на суку обруч из двемерита. Это ее успокоит. Ты удивил меня, Геральт. Быть может, мы еще договоримся? Возможно, ты знаешь что-то о Филиппе. Но догадываюсь, что не поделишься этим задаром. Чего ты хочешь взамен? Я ищу сокровища, которые до недавнего времени находились в собственности некоего Сигеровина. Вот тебе и раз. Вижу, ты работаешь не только во славу Вечного Огня, но и на преступников. Я работаю на тех, кто платит. Как шлюха. Более-менее, только спектр услуг отличается. Где казна? В Коверском банке. И ее не получишь ни ты, ни Ровин. А я думал, ты хочешь купить сведения о Филиппе. Да, но не любой ценой. Знаешь что? Да пошел ты, довольно этого театра. Стража, ко мне! Стой! Все, наверное. Кажется, пронесло. Что случилось? Я думала, Менги проглотил наживку. Проглотил. А потом я спросил про казну. Геральт, мы же говорили, что... Впрочем, это уже не важно. Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминается Лютик. Я обыщу его, а ты осмотри комнату. Начни лучше со стола. Да? Да?
Нашла что-нибудь? В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Ключ от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстер обрадуется. Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор. Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое. Я нашел письмо для Менге от какой-то шишки. Видимо, шпиона. Шпиона? Сама посмотри. Контактные ящики, условные сигналы. А, действительно, смердит разведкой за милю. Может быть, этот агент знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить, только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече. И ни слова о том, где она должна быть. Может, Дикстра нам поможет? Он знает все. Ты немного преувеличиваешь. Не уверена. Ладно, тут искать больше нечего. Пора собираться. С удовольствием. Только лучше не через главные ворота. Здесь мы разделимся. Но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Послушай, есть еще одно дело. Только не здесь и, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь пойдем уже отсюда. Там! Господин Ройвен просит на пару слов! Вот же нетерпеливый сучий сын. Что? Ничего, я скоро буду. Кого я вижу? Геральт из Ривии. Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах.
Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками. Нет. Твои деньги в Коверском банке. А это ключ от сейфа, в котором они задепонированы. Ну и ну. Ты заслужил медаль. Стволы можешь оставить при себе. Меня интересует награда. Геральт, все ведьмаки такие бесстыжие, или только ты? Что ты имеешь в виду? Ты меня обманул. Снова. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну, но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Зато я любезно помог тебе с казной, так что не надо истерик. Я не шучу, Геральт. Ты злоупотребил моим доверием. Я как-нибудь переживу. В этот раз, да. Ну хорошо. Пора свести счеты. Это угроза? Напротив. Ты мне помог. Так что тебе полагается награда. Несмотря ни на что. Готов поспорить, ты все еще не знаешь, что с Лютиком. Нет, но я напал на след кого-то, кто может знать. Кажется, какого-то шпиона. Он подписывается как Емурлак. Беда в том, что в письме от него написано, как организовать встречу, но ни слова о том, где. Разрушенный дом в Застенье. Дай сигнал, и он придет в тот же день. Перед полуночью. Спасибо за помощь. Не стоит благодарности. Я всегда отдаю долги. Даже лжецам. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. Ну,